авария в Петербурге. Три автомобиля столкнулись на Морской набережной. Пострадал 3-летний мальчик. Он был пристегнут в детском кресле, но оно в нарушение правил находилось на переднем сиденье автомобиля, тогда как подушки безопасности не были отключены. Из-за столкновения они сработали, и ребенок сильно ударился головой. По словам очевидцев, автомобиль, в котором он находился, двигался по набережной с приличной скоростью. Водитель не успел среагировать на выезжающую другую машину. Ну вот девушка ехала с той стороны. На чем? Вот на Ниссане. Угу. А Ауди выезжал, вот тут, Ауди выезжал со стоянки. Угу. И задел ее вот заднюю часть автомобиля, заднее колесо. Ее повелопал и влетела она в другую. Пострадавшего ребенка увезла скорая. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Точные причины случившегося установит следствие.